Да, в декабре возле моря на высоте 200 метров. Здесь где-то 150, это уже не сам Фиолент. Жарко, хорошо. Отражает так. Ну, кажется, что Земля на самом деле треугольная или квадратная. Вот видите, судя по видео, даже видно, что излом прямо вот сюда, вот где светит солнце. То есть солнце притягивает угол Земли, то есть и вращает Землю, получается солнце. То есть угол Земли привязан к солнцу, и куда вращается солнце, туда вращается угол Земли. Вот. По видео видно, вот, что Земля квадратная. Ну или вот, по крайней мере, один угол точно есть, за который прицеплено солнце. Остальные угла придется выяснить, новую науку открыть и новое общество организовать. Какой-то там многоугольность Земли, в общем, будем. Вот. Кто согласен, пишите комментарии. Давайте объединяться. Вот нас. Много мы не одни, мы знаем, что Земля на самом деле вкусный овощ. А это маяк, станция на Фиоленте, Севастополь, пляж Баунти. И можно жить здесь даже зимой. То есть вот хорошо, вот так вот греет от солнышка, вот оно тащит угол земли, и хорошо тепло. Загар ложится. Ну вот лицо, по крайней мере, у вас точно будет загорело всегда. Можно спускаться вот как Маугли, можно где-то здесь даже ставить палатки. Вот, но это нонсенс, конечно. Смотрите, вот он пошел, вот плоский, 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 идет, 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 хоп, солнце. Дошел. И в другую сторону, хоп, пошел. Ну, по видео уже очевидно видно, что вот он дошел. И пошел в другую сторону. О, видели, вспышка, провал в матрице был. Солнце не сработало, оно светило, светило, и на момент перестало светить. Это как-то какой-то фонарь интересный запущен. Получается, что в моменты таких моментальных вспышек Солнца угол Земли может потерять связь с ним, и Земля раскрутится с бешеной скоростью центрифуги до скорости света и образовать черную дыру. Вот этим опасно видно это явление. Дыры. О, опять Солнце что-то, видите, портачит. Это явление. Потеря Солнца. Вот, может быть, не думать о том, что оно не настоящее, и тогда оно будет светить лучше. Поэтому эту информацию считаем секретной, засекреченной. Вход можно только подписчикам этого замечательного канала «Эпичный индивид». Вот, я Максим. Вот, лайк, подписка с вас. Вот, ну а мы поехали, что в город. Это дачный. Сказать прикол. Короче, дальше можно только двух этажей строить, а тут вон есть четырехэтажный. Представляете? Такой вот грибок тут вырос. А вообще может быть, что вода и воздух это своего рода два телепорта, и когда в них улетаешь, там свои законы как бы передвижения, и попасть можно, ну, в другие измерения просто с каких-то мест. Вот, поэтому я не погружаюсь особо в любые моря, хоть то соленые, хоть океаны как-то. Жизнь какая там, непонятно мне. Ну и яхты и все остальное оборудование должно быть подготовлено, самолеты. Вообще не знаю, как это устроено. С Божьей помощью летаем, да, друзья? Это есть. Видео про Хиробасину, там стюардесса рассказывает, посмотрите. Да, еще вот заметил какой-то переломный момент, да, вот здесь идет это отражение солнца.
Как там, может, это облако? То, что солнце не так далеко, это факт, конечно. Все оно тащит. А остальные солнца где? Мы же пятый элемент, получается. Ага, это огонь, получается, солнце. Значит, а с другой стороны есть у нас вода, наверное, это центр холода. Да? Ну, всю Антарктиду считать, не знаю, как считать. Новые данные получили в системе исчисления в связи с тем, что Земля угольная. А может быть, вообще просто вот один угол, а все остальное вокруг петля идет. То есть, как капелька такая. Понял? Может быть и такое еще. Вот, ну, какой-то край, да, солнце тащит. Но оно тоже может быть, какой-то медиатор. Мы живем в медиаторе, может быть. И эта музыка, наша жизнь, наше все. Вот какое облако красивое. Одно, второе. Да, быть или не быть, вот все вопрос. Квадратная земля. Вот он, вот он, вот он. Опа, поймали момент, перешел в другую. Вы можете спросить меня, скажите: Максим, а как ты пришел к такому умозаключению, что Земля квадратная? Как ты смог? Ну, то есть, это же не было в мире такого еще до этого, не слыхано, не гадано. Ты взял, открыл. Как ты пришел к этому? Я вам скажу, что я, ну, с детства родился и любил разнообразие и порядок. И так как, ну, голова у меня была круглая, я решил, что что-то в этом мире должно быть с углом квадратное. И это оказалось, что это Земля. Земля имеет угол. Этот угол вращается солнцем. Вот, и когда в этом углу видно воду, то хорошо загар ложится. Что тут непонятного? Главное, чтобы солнце всегда светило, не проваливалось, как на видео. И можно сидеть, медитировать, вот, и разглядывать разные эти залипашки всякие. И руки греть, хоть и декабрь месяц. И молиться Богу: солнце, солнце, о-о-о, освети нас всех.